Художник для меня — это маленький ребенок, это такая наивная сущность, которая живет в своем воображаемом мире, большом, огромном, красочном, вот, и который с таким удовольствием делится этим миром с окружающими. Для меня искусство — это поиск, и этот поиск занимает всю мою жизнь. Мне очень интересно искать новые образы, новые смыслы, какие-то новые сюжеты. И я всегда думаю о том, что когда этот поезд закончится, можно переставать быть художником. Время работы для меня исчезает окружающий мир полностью. Я настолько погружаюсь в себя, что нахожусь наедине только с тем, что я делаю. Меня вдохновляют пространства, пустые комнаты, закаты и рассветы. Наверное, потому что с пустого холста, как с чистого листа, начинается новая жизнь. Я считаю, что искусство имеет свойство влиять на вот такие глобальные вопросы человечества, и с помощью искусства можно заставлять людей задуматься и показать им эти проблемы, и действительно, может быть, попытаться их решить. Для меня искусство — это жизнь.